Вот. Я не фоткаю, я снимаю. А? Как не надо снимай. Как не хочу. Не съемный, да? Ты женат? Я бы сказала, что придет Макс. Да. Я, правда, 3 часа уйду за детем. Хорошо, хорошо. Короче, смотри. Вот такой вот офигенный парень. Вот, да, с этим ребятами мы работаем. Вот самый-самый звезд, самый-самый звезд. А ну-ка, развернись, самый-самый звезд. Развернись. Вот самая звезда. Так. Вот пришлось, в смысле, мы договорились с этими классными ребятами, чтобы они помогли нашим детям. Ты снимаешь? Вот. Записывается новая аранжировка. Котлан Мукабенов пришел отыграть основную партию и записать домбро. Все. Лучший домбрист в мире. Эту песню не знаю, ты слышал, не слышал, падай снег. Старая песня, ей лет 80. Долго жить. Ты все напою? Падает снег, замело пути дороги, долгая ночь, тихо дремлет у порога. Короче, смотри, вот эта песня есть, и есть еще одна, да? Есть еще очень много песен. Не, ну, ты предлагаешь, да, парочку, да, спеть? Да, ну вот. Не парочку, а в смысле, вот какую-то из этих. Какая вот... По душе больше. Рустам, тебе по душе, наверное, больше. Вообще? Да. Ой, да. Все, вообще, вот, не знаю, вот эту можно было спеть. Это было вообще бомба. Так, есть еще... Где она? Так, моя жизнь. Моя что, тебе песня понравилась? Да. Да? Хорошая. Есть такая? Вот эта песня, наверное, столько же лет, сколько тебе. Больше. Даже, наверное, больше, да. Тебе сколько? Мне 14. А ей 16 лет. 16 лет. Бачишь, Мида? Are you ready? Ladies and gentlemen, now, let's go, are you ready? Сегодня со мною взят одно.
первый снег? Да. Что-то у тебя много снега в жизни, нет? Очень много. Есть первый снег, есть пад, есть снег в сентябре, снег в октябре, побольше снега. Апрельский снег, да? Дайте снега. Как у Шевчука, да, про осень все. Да-да-да. У тебя про снег. Да-да-да. Снеговые моменты. Яна? Снимай меня. Снимай меня, говорит, да? Кутлан, самый скромный звезд. Калмыцкой эстрады. Да. Человек, который, наверное, у него иммунитет на звездную болезнь. Да, Кутлан? Да. Вот если бы сказал нет, тогда бы подтвердил, а то и да. Шучу. Самый скромный заслуженный артист, да? Да, самый скромный заслуженный артист. Ну это я слышал, может не показывать. Я даже... Снова рассветы, снова закаты. Я улетаю туда, где прохлада. И отрываясь, крылья расправив, я оставляю лишь тень на земле. Чаще город исчезнет, простора степы. Будут мне сниться рассветы, закаты. Будет мне сниться и день на земле. Будут мне сниться рассветы, закаты. Будет мне сниться и день на земле. Но возвращаться нет смысла сюда. Снова рассветы и снова закаты. Все, что оставлю, лишь день на земле. Снова рассветы и снова закаты. Все, что оставлю, лишь день на земле. Заходим в следующий. Ребята, хочу вам хотел. Надо камеру, поехали. Зажег, да, у тебя, а? Ой, можно я? Не-не-не, это я ж так просто. Языки показывать. Вот, и мне это мой включил, да? Ой, а я другую, да, включил. А что такое, что такое, что такое? Да, ну, даже мою песню он включил. В смысле, там есть песня твоя? Ребята, сейчас мы готовим аранжировку. Заслуженным артистом, Кутланом Кабеновым. Еще не заслуженная, но не скромная Диана Паскамжиева. Квинта здесь кушает. Ля рыбы. Ля рыбы. Да, ми. Ми, ми си? А, туда работает. Ми си, да. Ре, ля. Ля ре. Угу. Да, ми, есть ля у тебя тоже? Так вот, ля это а. А, ну здесь так и делается. Ага. Да зеленые тени? Ага, понял. Зеленая по центру, это значит настроено. Сергей?
там сразу. Вот прям вот. Неделю, две, три. На это нужно годы. Постоянно тренироваться. Потому что видишь, сейчас нынешняя молодежь, она хочет всю и сразу. Я хочу сейчас там присоединить. Как ты это сделать? Может, мне операцию сделать? Еще что-то. Труд. Всегда труд. Только труд. Любой человек, который, допустим, добился чего-то в жизни, да, он тебе всегда скажет, что я работаю как лошадь, даже лошадь отнялся, как я работаю. Потому что надо пахать, не нужно постоянно, то есть себя надо постоянно подбивать, вставать, поднимать свою пятую точку с дивана и идти работать. Петь, постоянно петь. 24 часа в сутки должна петь. Если ты хочешь научиться петь круто, должна петь 24-25 часов, 26 часов. Постоянно. И знаешь, что хорошо? Если ты себя слышишь, как ты поешь, большие вещи, да, или ты, допустим, начала петь, на фасе перешла, сразу так, стоп, начала заново. Знаешь, будут, конечно, слезы там, и истерика, и у меня не получается, но надо не сдаваться, понимаешь? Вот если ты этот, пройдешь этот этап, все дальше, все нормально, понимаешь? Ну, сейчас получается 14, вот примерно где-то через 3-4-5 лет. Вот как раз вот играл. Может быть и раньше. Я не знаю, может быть и год. Но все зависит от тебя. Вот как ты к этому отнесешься. Я говорю, пока ты молодая, вот есть много запаса времени, еще багаж, который ты можешь потратить. Либо гулять, тусоваться, там еще заниматься какой-то непонятной ерундой, либо дисциплиной, заняться собой. Понимаешь? Вот это очень серьезно. Это может быть для 14-летнего, если мне начали говорить такие вещи. Нет, хотя, в принципе, я просто этим болел. Я уже говорил тебе ранее. Я был этим одержим, надо этим быть одержимым. Вот из фильма «Хорошая одержимость». Если я буду, надо посмотреть, смотрел фильм «Одержимость». Да. Вот до крови должно прям, не то что до крови, именно петь так, чтобы все кровь шла. Нет. А именно петь, без конца, не орать правильно, учиться правильно. Если, понимаешь, я вот не знаю, по крайней мере, не хочу, конечно, никого обидеть из педагогов здесь в листе. Но я, по крайней мере, еще не видел тех людей, которые могут научить петь именно так, как надо. У нас, к сожалению, нет, допустим, джазового, да? Джазового там отделения в училище, да? Эстрадного нет. У нас только такой, как он там называется? Классический. Классический вокал. Да. Да, классический вокал. Академический, да. Да. Они повесили, вот поэтому все, вот кого послушали, любого возьми, они будут так, любую песню какую-то, ах, тебе на голову сандали будет. Я так могу петь. Хотя я не учился на училище. Я потому что, еще то, что я разбираюсь. Я понимаю, где фальцет должен быть. Фальцет может быть идти красиво. Допустим, песня идет. Но мне моя звезда подскажет. Без... Ну, чуть на фальцет. Подскажет. На-на-на. И дальше голос идет. Фальцет можно вставлять, но не всю песню. Когда начинаешь. Но мне